Хорошая традиция появилась с некоторых пор в Анапе. На улицах ставят огромные информационные стенды с фотографиями лучших анапских спортсменов. Читаешь и испытываешь настоящую гордость за наших ребят. Недавно такое установили в самом центре Анапы на улице Крымской. На нем красавец-парень, гордость Анапы. Из текста можно узнать, что он и чемпион мира, и обладатель пояса, и чемпион Кубка мира, и чемпион Кубка Евразии. Словом, молодец. Вот только недоумевают анапчане, каким все-таки спортом занимается наш земляк. И самое главное, как его имя и фамилия. Ничего этого на стенде почему-то нет. Хотелось бы посмотреть в глаза ответственным за установку этого стенда. Олеся Давыдова, 39-й канал.